Всем привет! Очередная легенькая задачка по 3 цента. Надо найти человека под вот этим вот... Короче, кем он работает. У нас дается ссылка и дается его должность. Сразу копируем его должность. Переходим по ссылке. Сайт бычит, не хочет открываться. Что за беда бедовая сразу? Пробуем еще разочек. Вот сразу не открылось. Нажимаем комбинацию на клавиатуре Ctrl-F для поиска. И вставляем это имя. Все, нам сразу выдает совпадение. Вот оно. И копируем имя. Вставляем в поле. Идем дальше. Копируем. Должность. Переходим по ссылочке. Нажимаем Ctrl-F. Вставляем должность, находим человечка и копируем. Копируем имя. Опять копируем должность. Ctrl-F. Вот нам выдает контур. Не хочет копировать, зараза. Нажимаем на него. Rain Brochure. И копируем. Оно сразу выделяет желтым цветом, где находит. В некоторых сайтах копируется без того, чтобы нажимать. А тут приходится нажимать, чтобы скопировать. Это все один и тот же сайт. Вот оно выдало результат. Тут не хочет копировать. Значит, жмем на него. Брайан. Если будет попадаться там доктор Брайан, то доктор не копируем. Копируем строгое имя. Бывает, что попадает Брайан G.Drive, допустим, там отчество или что такое, копируем все вместе. А если идет предисловие, там доктор Брайан или там еще что-то в конце добавочное, то не копируем. Забыл скопировать. Походу все с одной фирмы. Такая себе задачка. Не напряжная, хоть и 3 цента стоит, но легко делается. Все, отправляем. Все, выполнили на 100%. Все, всем удачной работы.